всем, меня зовут Артур, и мы мусим бизнес с Пашей. Да. Да, если вы смотрите его влог, вы меня уже видели и знаете, что у меня есть категория CE, а опыта полный ноль. Поэтому Паша предложил мне поехать с ним, отстажироваться, и привез меня в очень красивое место. Нет, наверное, я привез его, получается, так даже больше. Где мы находимся и что это за место, увидите дальше. Смотрите, как у меня все прошло. Приятного просмотра. Сейчас тогда расчекляемся, доски все снимаем. Хорошо. Так, мы уже наполовину подготовлены, но еще не до конца. Подними там стойки тогда. Прицеп. Пазы. Ручки. Чтобы двери были зафиксированы. Не дергались никуда. Сейчас они будут болтаться. Помощник такой. Первый отсек 3 ремня, а второй 4. Ну, вначале ремни перекидываем только в 3 отсеках сейчас. Понял. Потом, когда первые 3 отсека загружены будут, столько отсюда уедет. Когда уже в последнем отсеке ремни накидаем. Наши крылья. А? Наши крылья. Что наши? Крылья, говорю. А, крылья, да. Сорвали крылья, сейчас их просто сняли, сюда положили. Так. Ну все, смотри. Хватает пока? А, еще один туда, да. Один возьми пока. Так, ну что, где-то вот здесь тогда крепи крюк. Тут где-то, да. Вот я тебя смотрю, давай. Покажу первый. Делаешь так, чтобы они были, получается, ровненько шли. Ага. Берешь так. О! Промахнулся. Мастер. Это просто GoPro-шка, это движение. Что? Ну? Думаю, сейчас. Сейчас получится. Чуть-чуть левее. Вот сюда, да. Давай попробуй ты кинуть туда. Все. Пойду подтяну сразу. Это не обязательно делать, конечно, но так чуть легче потом. Все получается. Блин, вот это тот. Перекрутился, да? Да. Ну давай его перекинем. Пока тогда его скрути, я следующий закину. Угу. Может быть, далековато это поставил? Нет, тут нормально. Тут здесь 3 было, получается, да? Да. Почему здесь 3? Ну, потому что так ящики идут. А? Вот чуть-чуть левее. Где, видишь, побелка такая? Вот здесь где-то, да. Эти замки тоже прятать надо, чтобы погрузчик их не повредил. Что? Я говорю, что эти замки надо прятать. А?
этой штукой стягиваем. Ровно достал. Все? Да. Все окей? Понял. Все, закрыто? Да. Давай. Возьму. Прям по стойкам. Щелкнуло? Нет, нет. Мы сейчас ее выберем уже. Что здесь там? Все, да? Ну что, сейчас вот. For Lisbon. This is for Lisbon. Right. And this is also for Lisbon. This is Lisbon. Okay. For Lisbon, we have 24 grades. Mm-hmm. Okay. Okay. And the same for Porto. Okay. Okay. And this one? This is at the end of the trailer. Oh, on the end of the trailer, okay. Тот еще из-за этого сейчас перекидывается. Сюда можно доски ставить. Угу. Давай поприкручивай еще замки. Давай я тогда доски поставить. А тут двигайся. Он начинается. Сами видите, кто у меня сейчас стажируется. Понятно. Артур. Ну, расскажи, где мы находимся, что мы здесь делаем? Находимся мы сейчас в Испании, 100 километров от Португалии. 6 дней назад. Еще в Латвии. 6? Где-то 6 получается, да, в понедельник. Сегодня суббота. Ну да, сегодня 6-й день. 6-й день, да, получается. И в Латвии был самый большой снегопад зимы. Самый сильный, наверное. Сурово было. Скажем так, хапнул такого чисто зимнего дальнобоя. Okay. Когда ты идешь, а дорога как стекло, наверное, как зеркало. И буквально, когда ехали в Литву, 5 машин перед нами, 2 фуры столкнулись лоб в лоб. Дай бог, с водителями все в порядке. Но скорая увозила. Причиной аварии послужил гололед. По рации, как ребята говорили, что просто машину выкинуло на встречку из колеи. Да. Потом на следующий день, к
когда уже ехали по Польше, Паша мне обещал, что после Варшавы будет хорошая погода. Частично обещание. Частично только, да. Поздно не поймали. Тоже очень сильный снегопад, слава богу, шли по бану. Но были моменты, когда дорогу не видно было вообще практически. Кстати, мы едем в такое интересное время. Пакет мобильности, но новые изменения вступили уже с 2 февраля, что водители, когда переходят границу каждой страны, должны открывать страну. Все гадали, думали, как это будет. Мы сейчас, проезжая каждую границу, реально останавливались на первом возможном месте. И там открывали страну. Ну, такой головняк, короче, дополнительный. Мне сложно сказать, как на дороге, но я очень хорошо понимаю, зачем они это делают. Все очень просто. Когда транспортная компания будет ссылать на проверку данные из тахографа, получается, с карточки водителя, которая считывается, там будет четко видно, сколько, какое количество времени он проехал, проработал в конкретной стране. Ну, это просто-напросто борьба с конкуренцией, получается. Да, старых стран. С нашими странами. Да, да. Слушай, еще вопрос. Ты как 10 лет в офисе сидел, да, наблюдал, ну как бы чувствуешь какую-то разницу? Есть ли что-то, что у тебя в голове подтвердилось, либо что-то, что, скажем так, не подтвердилось? Ну, действительно, это нелегкий труд. Работа, много нюансов, очень большая ответственность, не знаю, очень большие риски. Не знаю, работая в офисе там с 9 до 18 или с 8 до 5, как у кого. Но здесь, наверное, по-другому немножко. Наверное. Наверное, да. Я могу рассказать, вот у меня было, я знаю, что у многих ребят тоже такое есть, что работала в логистике, именно логиста, она не заканчивается с того момента, как ты покидаешь в офис. Ну, большинство случаев так и есть, что, в принципе, ты работаешь, пока машина едет. То есть ты себе эту работу так и представлял из офиса, как вот она в реальности происходит? Я, да, но я очень, что я уверен, что многие, пошли на спуск небольшой, что многие ребята не представляют. Да, что, короче, с Артуром с горем пополам, ну не с горем пополам, а нормально добрались, из кадра вышел. Добрались, короче, мы до Португалии и стоим в нереально кайфовом месте. Вот там грузовик наш стоит сзади за мной. Вот. А если туда вы посмотрите, то там океан. Короче, все зашибись. Сегодня суббота, завтра у нас воскресенье, выгрузка у нас только в понедельник, поэтому сейчас реально покайфуем. Сегодня, наверное, особо гулять никуда не пойдем, только здесь по местности погуляем, может быть. Ну не может быть, а точно подойдем к океану. А завтра, если все будет как мы думаем, то уже пойдем шлындрить. Где мы шлындрить пойдем? Пойдем в Порто. В Порто. Ну что скажешь для истории? Первый раз на океане, наверное. Первый раз в рейсе, первый раз на океане, да? Да. Так всегда бывает? Да, всегда. Все, кто со мной стажируется, всегда так. Я тут, наверное, второй раз тоже записываюсь. И, конечно, масштабно. Все такие волны. Нужно оставаться, я, наверное. Ну, надольше, да? Может, в понедельник не ехать никуда? Там волна такая сейчас колбасит, короче. Ну, вообще не сравнить с тем, что у нас там в Юрмале происходит. Здесь океан все-таки. И даже при спокойном океане это чувствуется, что... Тут просто ахтунг творится какой-то. Просто радуешься, как ребенок, да? Согласен? Передумал, по-моему, масса, мне кажется. Передумал? Сказать. Что искупался уже практически. Провтыкал, как говорится, провтыкал. Но ноги намочил. Надо будет печку ночью включать, сушить. Ну да. Ну что, надо по бургеру?
Надо обязательно. Пользуясь случаем, еще хотел передать привет своей жене и малой доченьке. Застеснялся. Короче, что происходит? Сейчас мы заказали покушать, будем кушать. Мы в заведении, которое называется Saint Burgers, то есть святые бургеры. И Артур заказал два каких-то бургера с какой-то какими-то грибами какими. Короче, какие-то грибы португальские. Если мы не выйдем на связь, все да, понятно. Да, если мы на связь не выйдем, то значит грибы с нами вышли на связь. И мы там где-нибудь в Австралии в каком-нибудь находимся. И по бокалу вина, да? Да, хотя да, на паркинге там, когда восстановились, там был коллега из Украины, который работает на эстонцев, он уже там какой-то праздник, короче, празднует и предлагал свадьбу устроить, как это бывает периодически, но мы от свадьбы отказались и пошли на океан гулять. Интересный вкус. Я, наверное, не эксперт большого вина. Да? Вину, да. Надо быть экспертом, ты на Ютубе. Делай умное лицо и рассказывай. Я на грузовой машине езжу, да? Вине надо разбираться. Ну да. Короче, с вами Чок. Это португальское вино. Оно вот мне напоминает, ну, там ароматы, тонкости, привкусы. Офигеть. Как его там надо дегустировать? Я граппу в Италии. Но мы это делать не будем. Да, мы, короче, дегустируем в себя, не выплевывая. Нормальное винцо, короче, от Добрямба. Все вместе, атмосфера. Вот покажем, что мы тут взяли. Фудблогинг. Короче, картошка фри. Не фастфудная. И такой вот бургер матерый. И это все под винишко на берегу океана. Это вам ребзя, не Рио-де-Жанейро, это Порто. Цены как Макдональдс. Так что, короче, мы кушать. Остаемся на связи. Бургер с грибами. Ну, там помните про грибы. Про грибы. Наше утро начинается с чашечки кофе. Короче, рюмочка кофе за ваше здоровье. Булка. У тебя круассан мясной какой-то, да? Не. Зашибись. Не мясной. Гладкий. Вчера, когда на паркинг вечером шли, там рядом с нами водитель автобуса на автобусе остановился, общественного транспорта местного, сказал, как до центра порта добраться. Говорит, 507 автобус. А по гуглу нашли метротрам, то есть трамвай, который под землей там ходит. Ну и над землей, и под землей. Короче, на метротраме решили проехать, но до метротрама чуть-чуть дальше пройтись. Так. Океан всю ночь шумел. Хотел сказать, не давал спать, но спать он дал.
пытаемся разобраться, как купить билет. Видно, что в Порту все поделено на зоны. Пользуемся в зоне 1, а нам надо попасть сюда. Короче, один билет купили. Второй пока не купили, и один этот трамвай уже опустили. Уже опустили электричку. Ничего. Я думаю, второй такой же купим. Ну, да. Если что, сыграем за то, что мы туристы. Иностранцев. Иностранцы, да. Она походу на все транспорты. Подожди. На все транспорты там. Да, здесь написано, что one card per traveler. То, что правильно мы сделали, что. Хотя. Могли мы еще ехать. Вперед прям. Это мой? Да, твой. Это мой билет. Теперь надо разобраться, где тут центр города. Сейчас придется пользоваться Google Map'ом. Кто-то уже там он пользуется Google Map'ом. Как бы в центре самого. Ну да, мы в центре самого. А нам надо в самый центр самого центра. Так что так. Тут, конечно, без улыбка не разберешься, куда идти. За трамвай прикольная штука получается. Он и трамвай, и метро одновременно. В некоторых отрезках он ехал медленно между домов, как трамвай, а на некоторые отрезки вылетал и там где-то под землю уходил или в какие-то другие участки, которые были не под землей, но он ехал реально быстро, как поезд. Каких-то вот сюда, городах. Наверное, идти. Тут какие-то замки, порты. Куда-то туда и пойдем. Когда каштаны не пробовали? Жареные. Жареные, да, решили попробовать. Скажи, сеньор, просто. Просто сеньор? Да, да. Сеньор, ту. For two. Two persons. One. Well. Да, давай с другой стороны. Это, наверное, на чуть-чуть. Привет. Здесь правильно понимаем, что их надо очистить, а потом только есть. Ну что скажешь? Вкусно? Напоминает что-нибудь? Как будто печенье. Как эти, как мозги маленького какого-нибудь млекопитающего животного. Реально как печенье какое-то. Я думал, будет как орех, знаешь, что-нибудь такое. Эти точно не едят, да? Я думаю, что нет. Да. Потом в комментариях кто-то напишет, наверное, что это же самое вкусное. Давай было. Давай убедимся. Точно нет. Мы проходили мимо местного вокзала и заметили, что... Он прикольный. Офигенный, да. Какие-то картины. Пойдем посмотрим.
что-то необычное. В любом случае, я пока до конца не понимаю, что это. Третья серия уже? Да, не серия, а часть. Часть. Что это, скажи? Рыбка? А как по-русски? Сардинус. Сардины. А, сардины. Ну да, это салат из сардин. Очень простой. Видно, что это лучок, петрушка, местные оливки, наверное, выращивают же в Португалии. Да. Ну, видно, скорее всего, местная сардина. Не та, которую мы покупаем в банке, я думаю. Точно не та. Но вкусно очень. Надеюсь, еще будут рейсы сюда. Я более, тоже не отказался. Более теплое время года. О, все хорошо. На таких надо пешочком спускаться. Еще медленнее? Да. Брусчаточка. Повороты тоже старайся входить так, чтобы пол ровный был. Давай, давай. Тут, видишь, у тебя подъемчик. Надо аккуратно, но все равно держать его. Сейчас вперед туда вытяни. Ну, все равно чуть-чуть прошелся. Ну, там он подскошен. Да, он там, наверное, так и сделан. Да, когда сюда ехали, один раз бортики цепанул. Долго переживал за это. Сейчас получается. Видно будет цены на солярку? Ну, на GoPro-шке. Ну, ты можешь озвучить. Да. Потому что мне плохо становится, когда дизель я евро, дизель евро 91. Ты мог сам озвучить. Блин. Ну, уже все, иди. Иди сюда. Посмотрим, там никого. Ничего. Потому что здесь покрытие дороги еще плохое. Оно такое? Да. Ну, плюс... как мячик? Ну, оно, во-первых, как мячик, а во-вторых, асфальтное покрытие самое такое. Да. Ну, на этой дождь можно забуксовать дороги. Как, да. Как по... Лучше не останавливаться. Как по льду. Приходится очень медленно проезжать. Потому что рядом близко с машинами идем. С одной стороны деревья, ну, да. С другой стороны легковые машины. Ну что, сейчас зато проскилуешься. Ну, видно, что ты такой напряжен конкретно. Я и чувствую это конкретно. Вот, смотрите, сейчас. Развлечение со встречкой. Он тебя пропускает, тебе повезло. Спасибо. А, он тебя не видит даже. Да, сейчас вот. Ну тут смотри, да, бережем, места у тебя хватает. Тут все равно стоп надо сделать. Ну как бы траекторию уже просмотрел, да? Ну примерно, да. Ну как будто закидывать буду. Перед. Да. Задник, не полезно. Да? Вроде проходим.
нормально. Да. Ну, какое-то время еще здесь потянем, чтобы сзади все было бы четенько. Все, поехали. Просто пойти пешком посмотреть, работает ли склад, потому что потом будет проблема. Ну, если они закрыты, назад потом не выберешься, там уже так легко. Хотя, если они открыты, можно без ЦМР-ки. А я маску не взял. Ну вот покажи просто, по какой улочке. Скажи, дома португальские, брусчатка. Дай мне отойти чуть-чуть. Ну не, если честно, хорошо, что мы раньше приехали. Чуть-чуть, наверное. Ну, да, полегче чуть-чуть. Да, для начинания по таким уличкам ездить лучше, когда нету постоянных машин. Да, которые... даже не когда начинаешь, а вообще всегда легче, ну, да. Когда машин нету. Ну, это меньше стресса лишнего. В таких местах всегда лучше остановиться и пойти посмотреть. Вот это у тебя широкий отрезок. Там будет поуже чуть-чуть. Да, уже к самому. Да. Сейчас хорошо, что мы подойдем, уже посмотрю более-менее траекторию, да, просчитаю. О, у тебя развлекуха. Там машина? Машины там уже стоят. Они как раз там стоят, где тебе поворачивать надо будет направо. Ну тут вообще капец. Здесь вот. Ну а что сделать, если не повернуть? Ну реально физически не получается из-за машин. Ждать? Ну просить, чтобы отогнали там. Теоретически все понятно. Практически пока не очень. Ну главное, чтобы еще машин здесь не наставили. Да. Слушай, с 9 пока... Здесь показывает. Написано с 9? Да. А Google пишет с 8. Все не, ну мы нормально приехали, пораньше лучше здесь постоять. Ну да, чем через город. А за выгрузка поедешь вот туда, за здание. А там выгружают, да? Да, и оттуда потом задом выталкиваешься вот сюда жопой. Да. И потом туда поехал. Ага. Ну вот, как-то надо будет тебе умудриться. Ой. А там еще на здании кондишка. Который выпирает. Что, последние 300 метров? Ну да. По каштанам можешь съездить до храбрости. Думаешь, помогут? Не знаю. Ну вот она, финишная прямая. Там была легковушка. Тебе повезло? Да. Сегодня какая-то, наверное, твой день. Лотерея. Здесь Паш больше брать, типа повстреч, ну левее как бы, да? Ну, да, но не слишком. Понял. Вон вот эта вот яма у меня. Ну да, видишь, я боялся вот про этот вот. Да. Что? Ну, с земли поворот пошире выглядит, да? Да. Чем с грузовика. Да, сейчас посильнее уже заходи. Вроде колеса прошли уже. Углом смотри, чтобы углом там не цепануть. Нет, тут полметра. Что? Теперь туда. Кондиционер, да, мне надо еще смотреть. Да, тоже бери максимально туда, но только так, чтобы легковухи не пострадали. Легковухи там. Именно хвостом ты думаешь? Да. И тут смотри, угол прицепа. Вот кондишка, видишь? Да. Ничего критического, но... Так, чтобы не цепануть, не потерять. Вижу. Ну все. Назад весело будет. А назад толкаешься задом здесь? Ну да. Там нету разворота. Хотя ты думаешь, что это можно развернуться, да? Там нет. Доки надо отдать. Доки. А? No, English, Russian. Over this side. Да, да. Окей, в ту сторону. Да, да. Ту. Just. А, типа. Wait 10 minutes.
Он говорит, ну две стороны открыть, но это понятно, потому что... Подожди, замки... выгрузка там дальше или здесь? Вот, будет? В эти ворота. А, просто ворота будут выгружать? Просто ворота будут выгружать? Да, да, да. Поэтому там даже чуть переезжать придется где-то. Понял. Понял? Хорошо, слушаемся. Да, ну сейчас можно уже открывать борта. Давай займусь туда. Вскочили всю Европу как ветер. Приехали к нашим соседям в Литву, в Каунас. У нас выгрузка на таможенном складе, и выглядит, что, наверное, какое-то время придется подождать. Я первый раз ехал так долго. Хочу посмотреть, что у меня в чипе за это время случилось, за эти 12 дней. Есть какие-то нарушения. Сейчас попробую скачать, вам тоже покажу. Или не закрылиться. В принципе, делаем то же самое, что делают транспортники с нашими картами, когда проверяют. Все, скачалось, сейчас проверяют. Ну вот, это видно сегодняшний день, когда мы выезжали, 31-го, да? Mm-hmm. С 31-го, сегодня у нас 11-го, все правильно. Конфирм. Ну и вот, можем смотреть. В Эстонию ехал ты, я был в конвертике. И вот уже в Латвию, в Литве пересел я. А вот это получается. Девятку мы стояли в Литве. Ошибок нету. Тоже ошибок нету. Все четко видно. А вот, смотри, ошибка. Данные не введены. При введении карты водителя в тахографе не введены данные рабочего времени. В принципе, никуда карточку не надо уносить. Хватает такого карт-ридера простого. У нас еще есть из компании доступ. Там, в принципе, можно скачивать вообще с тахографа прямо. Здесь сейчас не хочется вытаскивать компьютер, включать все. А, еще интересно, тут можно, вот если, например, там проехал больше, ты можешь здесь написать, там, что были проблемы найти паркинг, parking problems, и это показать транспортнику. Мы пока не пробовали, я думаю, Паша попробует когда-нибудь. Все круто. Серьезно, косяков нет, слава богу. Все, мы в Латвии уже добрались. Вот эту поездку я могу поделить на две части. Это до Португалии и после Португалии. Как-то до Португалии, наверное, осторожничал очень сильно. Узкие улички, выгрузки повлияли на меня, наверное. И очень сильно повлияла дорога домой. Теперь я понял, что это есть стоять, когда ты на что не можешь повлиять. А время у тебя до 5, а выгружать тебя начинают 4. Полный фэшн. Полный фэшн, да. 100% еще учиться и учиться, но первые шаги именно уже в таком трудовом режиме положено. Да, я не буду размусоливать, вы все видели, как у нас все проходило. Ну, скажу просто, что очень много аспектов, которые не всегда в один рейс получается запихнуть. Здесь получилось запихнуть. И узко, и не узко. И долго. И зима, и лето. Да, кстати, сейчас минус 4 в Латвии. И сроки. Да, в Португалии было плюс 20. Ну да, днем. Да. Короче, до Португалии ехали в расслабленном режиме. После Португалии уже газовали на всю катушку, как экипаж полноценный прошли. И прошли реально за трое суток дошли до Литвы, не нарушая. Но пришлось там погазовать нормально. Ну, трое суток без сна нормального. Дальше по плану я еду в рейс. Через 3 дня, сегодня суббота, во вторник я выезжаю. Артур займется покупкой следующего тягача. Мы нашли Вольву, которую мы будем брать. Вроде как нам дают финансирование. И задача Артура будет это все организовать, пока я буду в рейсе. И в рейс я поеду сейчас с одним интересным человеком. Наверное, не буду говорить, кто это, но посмотрите сами в ближайших каких-то выпусках, если у меня получится снять, конечно. Ну да, и по Португалии будет тоже большой выпуск, снятый Андрюхой. Через месяц, наверное, с ним поеду. Ну вот оно как-то так. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы старались его сделать и красивым, и интересным, и полезным. Надеюсь, получилось. Еще раз спасибо. Пока. Счастливо. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Hoje não deram almoço, né? Acho que o moço até nem me lembra.
lavoro.